двери в танке мальчишки. А также их родители. Соня! София прекрасная. Наш Соня очередной челлендж. Да, у нас сегодня челлендж. Это третий челлендж на куколке Лол. И он называется «Одень меня, одень куколку Лол». Все куколки у нас раздетые. Да, и некоторые в одежде. А некоторые есть, как вот это, в колготках. Сейчас мы вам покажем, какие куколки изначально уже идут в одежде. Да. А все остальное мы уже условия конкурса расскажем после того, как мы вам покажем наших красоток. Да. Эти куколки, смотрите, идут уже изначально в одежде. Это куколки третьего сезона. У этой есть шортики. Показывай, Софийка. У этой есть перчаточки. Да, я гламурная девочка. О, а у этой даже есть купальник и гольфики. У этой куколки есть колготки в полосочку. У этой тоже в полосочку. Чулочки у нас вот такие, в клеточку. Да, черные. Сеточку. Вот они в сеточку называются. Есть у этой гольфики. Это зебра у нас. Немножко некрасиво прокрашена. Тут тоньше, тут толще. Но это такое дело, нюансы уже. И есть вот такие гольфики. Вот эти куколки у нас они, изначально уже они одетые. Ага. Вот такие красоточки у нас уже в одежде. Но еще мы их будем, конечно же, одевать, их не наряды искать, да, Сонечка? А сейчас я вам расскажу условия нашего челленджа. Софийка обязательно должна одеть куколку Лол. Насколько она знает наряды наших куколок. Это первый этап. В первом этапе мы еще их будем и обувать. Здесь у нас лежат ботинки, сапожки, а здесь туфли и босоножечки. И второй этап конкурса будет найди аксессуар куколки. Но мы сейчас начнем. Главное, конечно, в конкурсе одень куколку, потому что он так и называется. София должна правильно одеть куколку Лол. Я буду София давать куколку, а она будет искать ее наряды. Это ей нужно будет максимально быстро сделать. Если она угадает 15 куколок правильно, то мы откроем еще и шарик Лол. На ее выбор. Вот наши шарики, есть конфетти-поп, есть питомцы и есть малышка. Шарик она выберет на свое усмотрение, какой ей захочется на тот момент. Но это при условии, если София угадает всю одежду куколок Лол и правильно их оденет. На экране будет показываться куколка, как она должна быть правильно одета. Я постараюсь найти на каждую куколку картинку, чтобы вы тоже видели, насколько честно мы играем. Потому что не все знают, как куколки Лол должны быть одеты. Хотя это можно найти информацию и в интернете. Да, зайка? А насколько София хорошо помнит, как куколки одеты, мы сейчас убедимся. Настраивайся, пересмотри. Что ты там помнишь, что ты не помнишь. Вот наша обувь. Обувь, конечно, будет немножко сложнее, потому что ее очень много. И у нас обувь еще есть тут и малышек. Поэтому какой куколке будет подходить обувь, тоже сложно будет найти. А второй этап мы уже сделаем с аксессуарами. И с сумочками, и с их аксессуарами. Так, Софийка настраивается, а я начну с какой-то куколки. Я подсматривать не буду, хотя не важно, какую я куколку возьму. София должна. Первый этап начался. Ищем одежду Супер Биби. И поехали. Все верно, София на первой минутке угадала ее одежду. Пока я одеваю куколку, София ищет ее обувь. Вот такой купальничек у нее. Ее туфельки или ботинки? Нет, не даже не ботиночки. Ты должна вспомнить. Сапожки, все верно. Аксессуары будут во втором этапе, София. София первую куколку угадала правильно. Одеваем ее.
И вот такая малышка у нас правильно одета. Ложим куколок вокруг. Ну, ложи, будет тебе помогать, пока она одна. Первая куколка угадана, идем за второй куколкой. Так, смотрим, какая одежда на ней должна быть. Вот сюда мне показывай ниже, потому что там высоко не видно. И это правильный ответ. Но по картинке ребята видят и смотрят, правильно ли София называет наряд куколки. И выбираем обувь. Один ботиночек Софиечка находит. Может, давай их высыпать будем в коробочку, чтобы тебе было легче искать. Давай их высыпем в коробку обувь. Мы пересыпали обувь на коробочку, чтобы Софике было легче искать. Ищи, Сонечка. Так, и какие у нас сапожки? И вот такие у нас сапожки. Сейчас посмотрим, подходят ли ей эти сапожки. Но это правильный ответ, я уже знаю. Девочки, мы играем честно, я София не подсказываю, Софиечка думает сама, поэтому, чтобы открыть шарик Лол, она должна угадать 15 куколок. Я угадаю. Посмотрим. Одеваем нашу куколку. И наша куколка готова. Все верно, вторая куколка угадана, и это правильный ответ. Так, достаем куколку, оп. Ищем, ищем, ищем. Так, курточка ее. Так, что еще у нее было? Ищем, ищем, ищем. 1, 2, 3, 4, 5. Все верно, это ее комплект одежды, шортики и курточка. И Софиечка еще ищет ее обувь. Чтобы было честно, я не прерываю видео. А то говорят, пишут в комментариях, что я прерываю видео, мы смотрим в этикетку, а потом София рассказывает, это нечестно. Мы так не делаем, мы делаем все по правилам. Это правильный ответ? Да. Ну хорошо, это правильный ответ. Одеваем нашу куколку. Я готова! Молодец, что ты готова, и мы поехали дальше. Оп. Кристи! Кристи, конечно. У этой девочки должно быть даже две пары обуви, потому что одна пара обуви и шла с ее питомца. И мы ищем ее платье. И это правильный ответ. И Софийка сразу ее одевает. Давай я буду одевать, а ты обувь ищи. Нет, я хочу тоже. Хочешь сама ее одеть? Где? Давай, я покажу. Да. Вот такое платье у нашей Кристи. Угу. Ищем обувь. Другой. Так, у нас синие ботиночки. Да. И, вернее, голубенькие балеточки. У нас вот такие балетки шли с куколкой, это правильный ответ. И вот такие и шли у нас у питомца туфельки. Но это с пунпончиками, но это тоже ее вариант, потому что это из ее коллекции. Обувай, зайка. Ты молодец. Четвертая куколка у нас угадана. Вот она обула. Вот наша Кристи и в таких красивых башмачках. Очень красивая. Ну что, Сонь, поехали дальше. Эти я ложу вот сюда в коробочку. Выбираем куколку очередную. Оп. А это? Какой одежде? А ну ищи, ищи. Так быстро? София правильно ответила. Это ее купальник. Это у нас свинг леди. Свинг, да, по-моему, ее зовут. И выбираем туфли. Все верно. Это ее туфельки. Одеваем нашу малышку. Так, правильно все. Молодец! Вот такая красоточка. Так, дальше. Оп. Одеваем нашу куколку. Нашу ночную куколку. Давай, давай, давай. Один, два, три, четыре. На один. На один, два. София угадывает правильно ее платье. И, конечно же... Какие ботиночки? Какие у нее были ботиночки? Как это какие-нибудь? Ну, какие-нибудь? А, у нас есть одинаковые ботиночки, но это ее ботиночки. Софиечка тоже угадывает правильно. Все верно. Это ее туфельки вот такие на каблуках.
с белыми носочками. Одеваем эту куколку. И вот наша красотка одета. Это правильный ответ. София, ты уже угадала? Сколько у нас куколок? 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Все верно. Поехали дальше. Оп. Они вместе с крестичкой будут. Да, они даже в одном видео снимались на 8 марта вместе. Так, ты что? Что так быстро все произошло? Так, давай куколку уже будем одевать. И какие у нее туфли ищем? Показывай. Вот такие туфли. И это правильный ответ. Это куколка с глиттер-шарика золотого, которая шла в золотом шарике. Да? Вот такая она блестящая. Одеваем нашу куколку. Ну, умница ты, моя умница, красавица. Ты будешь сама одевать? Ну, давай одевай. И вот наша красоточка. Вот такая. Ой, свалилась. И дальше мы выбираем. Давайте вот эту девочку. Терри-берри. Да, девочки, я беру все наугад. Я не подсказываю. Вкладышей у нас нету. Ничего у нас нету, потому что я считаю, что это неправильно. Все должно быть по-честному. София, выбираем платье нашей Черри-берри. Что у нее было? А, что же у нее было? У нее даже не... юбка. Даже не платье. И еще должна быть, наверное, какая-то кофточка. Давай выберем наряд до конца, а потом будем одевать. Давай. Все, это верно. И давай ботиночки выбираем. Ты помнишь, какие у нее ботиночки? Да, вот такие. Да? Такие? Да. Я не помню, честно. Посмотрим по картинке уже, когда выйдет видео, я буду сравнивать. Я знаю. Сколько София правильно все назвала, но пока все идет верно. Она большая молодец. Всех своих куколок она знает, к удивлению, потому что у нас их много, и постоянно они у нас пополняются. Но эти куколки еще у нас не все, потому что у нас было много повторок. А все повторочки мы разыгрываем у нас на канале и дарим нашим любимым подписчикам, нашим зрителям, которые нас любят, смотрят и подписываются на наш канал. Оденьте меня скорее, убывайте! Подожди, подпишись. А я пока выберу, какую же куколку София сегодня оденет. А вот есть интригантка такая. Интересно, вспомнит ли София, что на нее одевают. А ну? Ну покажи нашу Черри-берри. Вот так должна она выглядеть. Девочки, пишите в комментариях, какие куколки вам больше всего нравятся с нашей коллекции. Ну-ну-ну-ну. 1, 2, 3, 4. Ты долго думаешь, пока я разговаривала, заговорилась. Вот так, вот такое платье, выбираем обувь. Вот такое у нас платье, вот такая у нас красивая обувь. И одеваем скорее нашу красотку. И это верно, молодец, сколько куколок у нас уже угадано. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все верно, ты молодец. И следующая куколка у нас. Опа. Это у нас Леди Багама. Так, одеваем. Так. Все быстро происходит. И София находит ее наряд. Вот такую маечку и вот такую юбочку зелененькую. И находим туфли. Туфельки. Ну, показывай, что ты нашла. Зачем ты туда их относишь? Мне ложи в ручку. Вот, такие красные туфли. И это правильный ответ. Это ее наряд. София ее одевает. И вот наша Леди Багама одета. Все верно, правильно. 10 куколок ты уже угадала. Это замечательно. И следующая куколка у нас. Я выбираю наугад, перемешивая их. Любую куколку. Оп. Киска, мяу-мяу-мяу. Ну и какой у нее наряд у этой киски? Показывай мне, показывай одежду, я же должна показать. И вот такой наряд София выбрала ей. Шортики, топиком и обувь. Обувь, выбираем обувь. А вот надо вспомнить, малыш.
Какая у нас тут обувь? Вот, вот. Покажи. И у нас вот такие башмачки с носочками. И я одеваю нашу кошечку. И наша кошечка готова. Так, ложи, Софиечка, куколку. Мы обувь пересыпали вот сюда, в серединку, по кругу разлаживать наших кукляшечек, да, наших лол. Ну что, поехали дальше. Я выбираю, выбираю, перерываю, перерываю. Ну, какая попадется, я даже не подсматриваю. Вот, вот эту. Дива у нас свалилась, мы ее назад бросим. И вот эту куколку, давай я покажу, чтобы зрители видели. Какую мы выбрали? Это третий сезон, подсказываю. Она идет в купальнике. Вот такая классная куколка. И где ее одежда? Не знаю. Ой. Надо знать, надо угадывать. Так, есть кофточка, есть. Раз, кофточка есть. Кофточку мы нашли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, в этом этапе ты проиграла. Ты нашла, да, но очень быстро сориентировалась и нашла шортики. Молодец. Ну, это не считается. 10 куколок ты уже угадала. Мы одеваем нашу куколку, а София ищет ее обувь. Ты помнишь, какая у нее обувь была? Угу. Вот это ты и попала. Вот это знак вопроса. Мы сдаемся на этой куколке, не знаем, какая обувь. Ну, в конце. В конце уже посмотрим вкладыши, посмотрим, какая обувь. Давай, одежду ты угадала, а обувь? А обувь потом, да? Ну, пока ее оденем. Куколку мы одели, одежду Софийка угадала правильно, но обувь посмотрим потом в конце, кого не угадали, да? Ты ее сюда отложила, пусть она тут будет. И поехали дальше. Какую куколку, какую из-под низу достанем? Оп. Опа. Одеваем, да, я покажу, что за куколка. Вот такая куколка. Это, по-моему, диджей, да? Ага, София сразу купальник угадала. А какая обувь у нее? Не знаю. Ну, это плохо, что ты не знаешь. Ты же понимаешь, что если ты не угадаешь то, что надо, ты не откроешь себе шарик лун новый. Так, ботиночки желтые ее девочки. Точно ее? Пишите в комментариях. Ее, вот. Да, я леди диджей, йо-йо-йо! Я готова! Так, куколка наша готова, и я готова продолжать дальше наш челлендж. И вот наша куколка. Какое ей платье подходит? Смотрим, смотрим. Ла-ла-ла-ла. Это правильный ответ, это Алиса. А какие у нее туфли? Думаешь, тоже на каблучках? Ну, давай посмотрим. Давай оденем ее, обуем, а там будет видно, правильно ли мы назвали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Показывай мне, куда ты их понесла. София выбрала вот такие туфельки. Надеюсь, что это правильно. Наша Алиса готова. Ну, чего бедненький, чаю, чем больше чаю. Не надо. Так, наша Алиса готова, и поехали дальше. Выбираем куколку очередную. Что-то нам... Опа! Оп. Ой, вот и наша куколка. Какое у нее платье? Так, это правильно платье. А какая у нее обувь? Я уже так и подзабыла, потому что Софийка выбирала ей раньше другую совсем обувь. Я забыла. И ты забыла. Вот это проблема у нас с обувью. Смотрите, какая. Я одеваю куколку, София выбирает обувь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Софийка не угадала, какая есть у нее обувь. И мы эту куколку отлаживаем. Тоже отлаживаем туда. Второе у нас поражение по обуви. Но платье угадано верно. Вот наша куколка. И мы ее отлаживаем. Ложи сюда. Так, следующая куколка у нас. Я выбираю, перекручиваю. Опа! Так, выбирай. Так, это ее наряд, верно. И обувь. Так, один сапожек. Это правильный сапожечек, но еще нужно один найти. И это правильный сапожек. Ты молодец. Это ты верно угадала. Одеваем нашу куколку. И вот так должна выглядеть наша куколка.
И это правильно. Софиечка ложит ее сюда. И поехали дальше. Золотую. Опа! Оп. Золотая. Золотая у нас куколка. И какая у нее должна быть одежда? Так, это ее. И какие сапожки? Вот он свалился. Показай. И вот ее сапожки, ее купальник. Это правильный ответ. И мы одеваем нашу крошку. И вот так выглядит наша девочка. Продолжаем. Нашу куколку, куколку, куколку. Ищем, ищем, ищем. Оп. Золотая. Золотая. Это самая, по-моему, у нас последняя куколка, да, что мы открывали? Ну да. Показывай мне. Давай я ее покажу. Вот такая у нас красотка. София нашла кофточку ее и ищет ее нижний аксессуар, вернее, нижнюю одежду. Где она находится? И это верно. У нее был вот такой гламурный и красивый блестящий костюмчик. И, конечно же, обувь, София. Ой. Обувь, обувь, обувь. Это же еще продолжается. Ищем, ищем. Ну, вот такие теперь ей дали. Да, вот такие мы ей дали. А были какие? Черненькие. Я хочу вот такие. Ну, давай, покажи, какие были. И мы вообще дали. Там это хорошо, но были вот такие черненькие ботиночки у нее. А ей больше подходят вот такие. Мы ей вот такие еще подарили, да? Вот, вот упал. И вот такие мы ей подарили. Они больше к ее костюмчику подходят. Одеваем, София, ее. И вот наша красивая гламурная девочка. Одежду ты угадала верно. Но одежду-то мы угадали у всех, еще нигде не ошиблись. Обувь, конечно, подкачала немножко, но вот одежду Софиечка угадала верно. Молодец. И поехали дальше. Ой. Вот у нас такая гламурная куколка тоже с такими красивыми сережками. София угадывает сразу шортики ее с вот такой кофточкой. И вот такой у нее есть топик, маечка. Одеваем. И давай обувь. И это правильно. Одеваем нашу куколку. И вот такая куколка у нас получилась. Красивая, в ботинках. Тоже очень гламурная. И поехали дальше. Еще сколько куколок осталось? Ничего себе. Ты помнишь, ты не устала? Нет. Опа. Что этой куколке у нас за наряд? И это правильный ответ. И какие у нас ботиночки? Ага, ага. Показывай, показывай на ручки, на ручки, на ручки. Вот, София нашла туфли. Все, верно, молодец. Вот такая у нас. И вот такая девочка у нас. И поехали дальше. Ну, давай уже эту взяла. Что это за куколка? Как она одета? Вот. Угадываем. Давай я покажу. Вот, вот такая. Бар-бам-бу. Ага, вот это. Правильно, это правильное платье. И ботинки, сапожки, туфли, что там у нее было, мы думаем, думаем, думаем. Сапожки, да? Он мне один будет подсказывать. Топ-топ. Давай, давай, давай. Все верно, молодец, знаешь. Я уже его вижу, но ты еще не видишь. Ага, молодец, это правильно. Теперь вот ты... такие у нас сапожки. Одеваем нашу красотку. Я уже, ты эту куколку... Да, конечно. И вот наша куколка готова. Да, я красавица. Да, я красавица. Зрители, девочки, смотрите внимательно, правильно ли София все называет. И пишите нам комментарии. Так, поехали дальше. Я уже достала очередную куколку. Ей одежда не досталась. Ей одежда не досталась? Ну давай, давай. Время же идет. Ты хочешь проиграть? Ну уже София угадала 15 куколок однозначно, поэтому и это правильная юбочка. А дальше? Хотела попочку, то их попочка будет прилично. Да, она же в колготках. Вот, все правильно, это раз. Вот, не он, Кьюти. А попочку видно все-таки. Да, давай меня скорее, где же моя маечка? Или кофточка? Давай. А
Это ее? Да. А то я, честно, растерялась. Да, это ее. Ну, обувь давай. Думай, думай, какая обувь у нее идет. Да, идут вот такие салатовые ботиночки на шнурочках. Грязные, грязюки. Тимберлейки. А почему грязюки? У нас все куколки чистые, аккуратные. Она, наверное, по колюзам прыгала. А, она прыгала. Ну что, свинка Пеппа? Да. Не умкютить. Я София обозвала свинкой Пеппой. Ну все, одеваем нашу куколку, и это правильно. Она грязная. Ты знаешь всех куколок, как они одеты? Нет. Ну, по итогам ты... Только эти ботинки не знаю. Наша куколка вот эта готова. И наша куколка готова, и мы продолжаем. Выбирать. Не знаю, кто попадется. Вот такая вот. Смотри, мулаточка. С такой красивой прической. Съела рука одежду. Ну, показывай. Ниже. И это ее курточка, а обувь? Ой. А какая у нее обувь? Помоги, а то я забыла. Нельзя помогать, это же челлендж. Давай, думай, значит, отлаживаем ее. Вот такая куколка у нас. Но обувь София не захотела угадать, хотя, я думаю, она знает. Ложим ее сюда и поехали дальше. Та-дам! Золотая у нас куколка. И какая у нее одежда? Давай. Одежда у нее. Одна золотая, вот такая платье. Правильно, это ее платье. Давай, выбирай, пожалуйста. Давай мне это. Я покажу. Вот такое у нее платье. И я покажу, какую обувь София выбирала. Есть один ботиночек. Где второй? Ищем. Опа, вот же я. Это правильный ответ. И София находит верные ее платья и ботиночки. И, вернее, это даже балеты. О, у нас много. Еще куколки у нас, конечно, есть. Одеваем нашу куколку и быстрее, скорее продолжаем наш челлендж. Одевай. И вот такая девочка красивая у нас, нарядная появилась. Давай дальше. Оп. И снова у нас золотая куколка. Да, скорее меня, это я голая, не худею. Давай, София, выбираем. Быстрее, один. 2, 3, 4, 5, 6. Юбочка есть. Курточка. Есть. Юбочка ее. Курточка, курточка. И ее кофточка. Вот такая красивая кофточка. И София быстро находит ее балеточки. Давай, одеваем. Это королева цветов из золотого шара. И вот такая красотка у нас. Вернее, оделась. И поехали дальше. Ищем. И достаем. Опа! Балерина. Что балерины носят? Так, платье у нас есть. А что балерины обувают? Вот такое платье. У нас балеточки. Должны быть балеточки. Какого цвета они у нас? Беленькие. Беленькие. Как у балерин? Одеваем нашу белые куколку. Розовенькие. Ну, у этой беленькие были. Такая нам куколка попалась. Да не попалась, а такая нам куколка оделась. Да, и у нас правильный ответ. София, большая молодец. Шарик уже можешь думать, который ты хочешь открыть. Но челлендж мы продолжаем. Оп. А после золотых нету? Нет, есть еще золотые куколки. Почему нет? Давай, угадывай скорее. Что у нас за куколка и какая у нее одежда? Быстро. Один. Два. Показывай мне ближе сюда, потому что не поднимай ручки вверх, потому что не видно нашим зрителям. Так, вот это ее правильный комбинезончик. И какая обувь у нас? Показывай. Так, есть вот такие босоножки. Это правильный ответ. Давай, ложи скорее, и я ее одеваю. И вот такая куколка у нас оделась. И это правильный ответ. И мы немножко раздвинули одежду. Здесь оставили место, чтобы уже ложить наших куколок. Не хватает места. И поехали дальше. Давайте вот это оденем.
И это наша дива. Как она должна быть одета? Голову выровнять. Так, ее. И... ее обувь, сапожки. И это правильный ответ. И наша дива одета. И поехали дальше. Опа! Как одеть эту куколку? Смотрим, смотрим ее одежду. София, смотрим одежду, а не расставляем куколок. Хорошо, потом разложишь, найдешь ей место. Ищи одежду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Ты проиграла. Эту куколку София не нашла, как одеть. Ты что так долго думаешь? Это правильный ответ, но он не засчитывается. Куколку мы отлаживаем. Ты ее не угадала. Давай, реабилитируйся. Если ты найдешь обувь, то, может быть, я немножко и смягчу задание. Вернее, наказание. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Покажи, что ты нашла. Ну что, с одним сапогом будет? Вон, я его вижу. Да, вот. Это ее? Да. Это правильно. София правильно, конечно, все нашла, но за 10 как бы, секунд она не справилась. Но ответ верный. Мы ее положим, конечно, к золотым, не волнуйся. Ты уже угадала 15 куколок, ты и так и откроешь шарик. Но это челлендж. Ты этот этап на эту куколку проиграла. Но бывает, не расстраивайся. Ты реабилитируешься и угадаешь остальные куколки, да? Ну что, Софийка, готова? Поехали дальше? Поехали дальше и посмотрим, какая куколка у нас во что одета дальше. Это у нас Дженни. Так, это верно. Такая вот кофточка, шортики и туфли. Две пары. Почему две пары? Одна пара у нее. А какая, ты должна угадать. Туфельки. Это верно. Ты молодец, угадала. Одеваем куколку. Какая у нас куколка? Да, и вот такие золотые у нее сапожки, хотела сказать. И туфельки. Сережки. И сережки. Давай, ложи ее. Молодец. Поехали дальше. Опа. Вот и наша куколка с колготками. Есть. В сеточку. Так, это правильный ответ. Деспасито. И какие? Деспасито. Ты поешь? Давай, туфли. Вон он спрятался, все верно, молодец, это правильно. София нашла верно. Это ее одежда, ее обувь. И вот наша очаровашка. Так, поехали дальше. Еще куколки у нас остались, оп. Вот такая у нас. Это снежный ангел. И в чем же он одет, наш ангел? Так. А ну показывай. Кофточка, юбочка, курточка вернее. И у нее, по-моему, должно быть даже две пары обуви, потому что нам попадалась и малышка. Она шла с обувью. Вот это все верно. Круто. Ты молодец. Ты крутая девчонка. Сейчас ее одену. Ты оденешь? Ну давай, одевай и покажем, какая она должна быть в одежде. Такая у нас куколка. И это правильно. Софийка одела ей коньки вместо сапожечек. Ложим ее сюда и поехали дальше. Легко. Оп. Я легко, да? У нее тут очень красивый наряд и очень красивые такие вот. Давай. Это Голди наша, да? Она давай. Она будет помогать. Хорошо. Это правильно, это ее платье. Ну тут сложно ошибиться, все идет по цвету даже волос. И обувь, София, ищем обувь сразу. Одевать будем потом, ищем обувь. Правильно, молодец. Это ее золотые сапожки, вот такие ковбойские, красивые. Вот такая куколка у нас. Вот такая у нас Голди, она будет помогать Сонечке.
И поехали дальше. Еще немножко куколок у нас осталось. Вот, это о, чертик. Да, это мне. Чертик. Найдите мой наряд. Ой, какая тяжелая девочка. Так, помогай, Голди, помогай. Так, ищем, ищем, одежда? Ищем ее одежду. А, давай вот так вот подходим. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это что, это не мой наряд? Это не мой, у меня другой был. Не подходит так. Не, не подходит. Почему? Пусть София выбирает, ты чего выбираешь? Она сказала, что я буду ей помогать. Это другое платье. Ну, София, ну что, мы балуемся или выбираем? Да она сама. Сама? Да. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я проиграла. Она не хочет играть. Челлендж, я смотрю. Хочет. Ну, Соня, ну надо выбирать по правилам. А ты без правил выбираешь. Ну, значит. Это правильный ответ. Это ее купальник. Но плюс еще ищем обувь. Ой-ой-ой, а ты сложно. Сложно, сложно, совсем сложно. Давай без Голди будем, потому что Голди только мешает. Такая обувь, показывай. Софиечка нашла правильно, но не вложилась по времени, поэтому эту куколку мы можем не засчитывать. Хотя угадать она угадала правильно. Балуется. Ну хорошо, давай одеваем куколку и продолжаем наш челлендж, потому что у нас еще есть аксессуары и плюс шарик. И наша черти одета правильно. Поехали дальше. А что ты их там положила? Ложи их здесь. Голди тебе только мешает. Давай, выбираем куколки наряд. Что? Что за наряд тут я у нас? Я знаю, какой из нее. Так, что у нас тут осталось? Правильно. Молодец. Давай. Так, одеваем нашу куколку. София правильно угадала. Вместе с Голди. Только Голди очень мешает. Я не знаю, но у меня такой метод. Метод? Одевай куколку. И наша куколка готова. Вот такая очаровательная куколка. Давай, и я выбираю очередную куколку. Вот тебе золотая. И это у нас подделка. Единственная куколка в нашей коллекции, которую София хотела себе оставить. Нет, у нас не единственная. Нет, в коллекции. Малышка. Это правильно. Ее платье, ее обувь. Показывай ее. Эту навряд ли я найду куколку с картинкой, поэтому она будет без картинки. Вот так. Какой куколке она подходит? Как подделка, конечно, наверное, скорее всего, где она? Вот она. Вот с такой прической. Вот китайцы хотели сделать вот такую куколку, но она совсем не похожа на нее. Так, поехали дальше. Вот она, мисс Эти. Так. Вот. И наша кролик. Ну да, крольчонок. А где же ее одежда? Удивительно, она летит. На облаках, летит. Да, летит на облаках. Правильно, это ее комбинезончик с сердечками. А еще обувь у нее должна быть. Какая у нее обувь? Они тоже летают в облаках. Тоже летают в облаках. Приехали. И прилетели сюда к зайке нашей. Это правильный ответ? Молодец, одеваем куклу. И наша зайка. А у зайки еще будет аксессуар. Ты знаешь уже, да? Давай, ложим ее сюда. Зайка, ложись сюда, ее не видно там просто. Их. Ну давай, я выбираю. Вот. И у нас вот такая куколка. Так, платье. А, не, костюм. И это правильный ответ. А обувь? И сапожечки у нее такие, или ботиночки с носками.
Это правильный ответ. Одеваем куколку. Молодец. Вот такая у нас куколка вышла. И вот такая у нас красавица. Давай ее положим и поехали дальше. Опа. А это чье платье? Вернее, а это и где платье? Сложноватенько. Не сложноватенько, да. Это ее платье, правильно. Вот это мы подложили ей вот такие бутончики. Мы, да, мы ей положили вот такие туфельки, потому что наши туфельки потерялись. Ага. К сожалению, где-то один туфелек запропастился куда-то. Он у нас есть, конечно, но вот нет у нас второго. И это мой наряд. Давай следующий. У нас совсем мало куколок. Так, вот она. Тоже красивая куколка. Шортики. Показывай. Показывай, показывай. Я должна видеть. Так, черные шортики. Одевать потом будем. Ищем наряд, София. Ищем дальше наряд. Одеваю. Я одеваю. София ищет дальше наряд. Вот такая золотая белая кофточка. И это правильно. И еще у нас должна быть обувь. Куда вы убегаете? Куда вы убегаете? Ну-ну, я вам за это вот точно... Показывай, какая обувь. Давай, ложи мне. И это правильно. У нас золотые ботиночки. Такие туфли-ботиночки. Молодец. Одеваем ее. Вот наша красавица. На, зайка, бери. И следующая у нас куколка. Опа! Вот такая нам красавица попалась. Попалась, да, вон перекрученная голова. Ищем одежду. Бам. Так, правильно, что у нее еще? Теперь с закрытыми. Ты уже с закрытыми глазами? Надо как-то устроить челлендж с закрытыми глазами. Я еще подглядывала. Устроим, да, это ее ролики, я точно? Я даже подглядывала. Молодец, это умница, умница. Раз и нашла. Одеваем нашу роллершу. Вот такая нам красавица попалась. Да не попалась, а оделась. Вот такие у нее ролики классные, да? А я на коньках катаюсь. Ой, сколько обуви! И кто у нас следующий? О, радуга, наша радуга. Две? Ну давай, одежда еще осталась. Давай, давай. А ботиночек все много. Ну потом решим, почему их много и чьи. А потому что из большого сана. Давай, ищи быстро. Раз, два. Одежда где ее? Ты сразу по сапожкам? И одежду. Все, быстренько находит София. Да, это ее одежда. Одеваем. И наша леди Радуга. Очень красивая девочка такая. У нее очень красивые сапожки. Вообще кукла супер. Даже меняет цвет. Ну что, на, ложи ее. Следующая куколка у нас. Опа! И последняя золотая. Тоже достаем две вместе. Куда ты ее отложила? Вот. Давай их сюда ложи, чтобы их видно было. А, нашла сапожки. Вот София вспомнила, какие тут идут. Потому что они остались. Они остались. Ты давай ищи. Ищи одежду. Что у нас тут? Где чья одежда, София? Смотри, сколько одежды осталось. А где их? Сонь, давай это потом. Ищи одежду двух куколок. Быстренько. Нет, сюда мне показывай, пожалуйста. Вот или, сюда. Или ей вот такую кофточку. Это ее? Да. А этой куколке у нас можно несколько нарядов одевать. Потому что он шел в большом шаре. Да, это все верно. Можно этой куколке примерять что угодно. У нее тут три комплекта прям. Мама, я ей хочу вот эту пошлать. Одевай то, что тебе хочется. Да, это правильно. Но найди этой куколке, пожалуйста, обувь. А где? А где обувь ее? Ой, а вот это правильно. И, ага, и ты той куколке обувь нашла. Ей нашла. И этой нашла, да? Ага, София уже всех обувь нашла, ты молодец. И вот так должна выглядеть наша вот эта куколка. Гламурная дива ее, по-моему, зовут. Ага, я еще эту не обула. Такие у нее туфельки. Девочки пишут, что я ей подсказываю. Девочки, я ей не подсказываю, я сама не всех знаю. Поэтому не нужно
говорить, что мы обманываем там или еще что-то. Все честно. София все угадала правильно сама. Вот такая у нас еще куколка. И вот такая у нас. Вот такие гламурные девчонки. Софийка угадала практически всех куколок своих. Правильно их одела. Умничка. И по праву заслуживает приз. Но у нас еще будет второй этап. Второй этап заключается, конечно же, в аксессуарах. Тяжелей. И мы будем выбирать, где чей аксессуар. Ну что, настройся на 2 минутки. Я настроена. Ты уже давно настроена. Так хочет София открыть кукол. Я давно настроена. Ты давно настроена. Так, давай, начинаем. Что ты там бросаешь? Ты хочешь это выбрать? Да. Ну давай, выбирай. Чьи наушнички? Вот такие наушнички. Мама. Ты уже сразу знаешь? Круто! А девчонки будут говорить, правильно ли София выбрала или нет. Ну, это уже такой. Второй этап будет в игровой форме. Знает ли София до конца своих куколок. Вот так. Класс. Ложим их сюда или ложим на место? Сюда. Давай, ложим сюда, то что София уже аксессуар угадала. Показывай. Вот такая у нее шапочка летняя. Кому она принадлежит? Право, где? Или налево, или направо, или наоборот. Знаешь, видишь, она просто запуталась, потому что очень много куколок. Давай. Это наша теннисисточка. Это ее, да? Давай. Вот ее красивая шапочка. Вот такая. Вот такой ободочек с цветочками. Чей это? И это правильно, нашей красавицы. И София одевает ободочек и показывает, какая она красивая. Угу. Давай ее ложим сюда. Теперь вот это. Ты знаешь, что это Алисы? Черный, да, такой бантик. И это бантик нашей красивой Алисы. Так, 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 так. Вот такой ободочек. Правильно, вот такой красивый ободочек с цветочками у нашей королевы цветов. Так, это пока правильно все, молодец. Ушки на макушке. Малышка, малышка, где ты? Малышка. Это зайки, правильно. Давай, одеваем. Вот такая зайка. Все верно. Малышка, я тебя никуда не отпущу. Так, 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 так. А это чья? Да, ее? Ее, это сестричка. У нас попадалась, и ей вот такие наушники принесла. На, я детей, детей, детей. Это звуки. Ой, свалилось звуки. Ага, а вот этот ободочек чей? Чей, чей, чья дедемка? Золотая, красивая. Моя. Твоя? Ну давай быстрее ищи куколку. Куда она смотрит? А вот сюда она смотрит. Так, 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 так. Идем дальше. Чей бантик? Чей бантик? Ну, чей бантик? Мой бантик. И это правильно. Это ее бантик. Все знает Софичка у нас. Молодец. Что же мы будем дальше снимать? Если ты все знаешь. Ну, ничего. Я что-нибудь придумаю. Ой. А это чей бантик? Чей бантик? Мой бантик. Ты ж не показала. Вот это ее бантик. Все верно. Чей бантик? Ой, мой бантик. Это ее бантик, правильно. Так, 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 так. А еще у нас есть бантики? А еще у нас есть бантики. А это чей бантик? А показать. А показать, конечно. Вот, нашей куколке красивая, это я бантик. Я знаю. Знаешь, да? Радуги. Радуги-дуги. У нас девочка. Радочки-дуги. Плохо держится, да? Девочки говорят, а где же бантики? Где бантики? Где аксессуары? Они так плохо держатся, спадают, поэтому мы их просто не одеваем. Да, тут? Вот у нас две радуги, да? Две радуги они... и дивы. Дива и радуга, они очень похожи по нарядам, вернее, по бантикам и по прическам. Да? Да. Ну все, молодец. Так, а чей вот такой плащик красивый, желтый, с сердечком? Кого спасать? Это наша супер-биби. Это правильный ответ. Кого спасать? Они спасатели. И у нее есть плащик.
Точно, у нее тоже есть плащик, но золотой. Давай я покажу. И вот такой плащик золотой у этой куколки. Ну все, одевать не будем. Это правильный ответ. Положим в аксессуары сюда. А что же тебе подходит, София? Что ей подходит? Мои ушки. Рожки, скорее всего. Ой, мои рожки. И это правильный ответ. Ага, а это чья? Такая вот красивая. Очаровательная наша леди Багама. Это ее веночек с цветочками такой. Следующий у нас. Это, наверное, уже давно, давным-давно плела. Да, а вот это чей? Чья такая шляпка? Конечно же, мой. Правильно, ты молодец. Покажи, какая куколка? Правильно, это ее. И мое. Я вот одела, вот так она красиво выглядит. Давай вот эти. Это чьи? Чьи такие очаровательные очечки? Не знаю. Очечки, очечки. Ты не знаешь? Я? Где она? Где? Где хозяйка очков? Я хозяйка очков! Я! Это мои очки! А вот это чьи? Ой, подожди, это я буду кататься. Ага, это наши Snow Angel. И это правильный ответ. Так, 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 следующий. Оп, а бабочка, у нас их даже два. Софийка должна знать, чьи это. Бетонца. И? О, хозяйка. И где хозяйка? Где она? Где этот ум делся? Уже заумился, да? Ой-ой-ой. Вот это правильно. Это один ободочек идет питомцу, а один идет нашей хозяйке. А это мы отложим в аксессуар, потому что это от питомца. Давай. Потому что он тяжело одевает. И это правильный ответ. Вложим наших куколок сюда, вот с нашими аксессуарами. У многих много аксессуаров. Так, 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 так. А вот такой ободочек чей? Ой. Где наша балерина? Я сейчас выйду на сайт, буду танцевать. Давай, одеваем. Молодец, умница. Ну и давай тот находим ободочек, кому принадлежит розовый. Это балерины. И это правильный ответ. И вот наши девчонки с аксессуарами. Молодец. Ложим сюда. Ой, сюда. Так, 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 так. А чьи вот это? Чьи это ушки? На макушке. И это ушки нашей кошечки. Правильно. Дальше. Так, 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 так. Очечки это на... А эти очечки нам никому тут не подходят? У нее есть свои очки. Это наших питомцев. Очки мы их отложим в сторону. Давай, вот это от питомцев у нас сюда будет идти сбоку. И следующий у нас диадемка чья? Ой, я иду. Давай, беги. Потому что я была на УЗИ. На УЗИ? Угу. Что происходит? Ждите ребенка? Да. Ждет ребенка. Да, и вот ее диадемка, это правильный ответ. Еще у нас одна диадемка, чья бы это? Ой, подождите, я была на УЗИ. Успела, вы потом... тоже на УЗИ? Да, потом что мама... вы там делаете все? Вот ребенка сдать. София. Это они двое. Это правильный ответ. Так, и у нас остались очечки. Вот такие очечки. Одни. Давай малышек отложим. Малышки какие-то из этих очков. Давай положим, и ты будешь угадывать сейчас очки, кому малышки принадлежат. Нет, вот так, Сунь. Давай, угадывай. Малышек оставь. Это наших малышек очки. Одни. И вторые. Это малышек, да? Давай. Это очки малышек. А вот это угадывай чьи. Ну давай. Все, у нас осталось 6 очков. Так, это нашей куколки.
Голди, правильно. Это Neon Cutie. Это правильно. Это подходит кому? Это этой куколке и... Вот ее, правильно. Эти тоже кому-то подходили. Может, даже какой-то малышке кто-то был. Ну, давай. Так, а эти кому принадлежат, София? Не знаю. Думай, я знаю. Ты устала, хочешь, чтобы я тебе подсказала? Угу. Ну, вот оно. Вот он. Вот ее очки. Вот. Давай, им оденем всем очки. И вот наши девочки в очках. Шапочка. Чья Дивы. Это? Дивы малышки. Дивы малышки. Это малышка Дивы привезла ей вот такую шапочку, когда она нам попалась. Вот так. Сумочка чья, сумочка чья. Показывай. Ой, это моя малышка. Правильно. Все, верно, ложим. Ложим ее сюда. Правильно, это сумочка ее. А это чья? Ой, где я, черт, меня нету. Вот я. Правильно, это верный ответ. Покажи, что ты показываешь. Ой, черт, я забрала. Покажи. Крону. Вот такая у нас вот. Вот ее шапочка тоже. Так, чья такая вот коронка? Это королевы ночи, малыш. Королевы ночи, да, правильно. Это малышки был аксессуар. Вот так он одевается. Ложим. Вся сумочка. Моя, это моя. Это правильный ответ. Это сумочка этой куколки. Что у нас осталось? А у нас еще? Че, сумка? Где кукла? Королева ночи. Ну, вот она, точно, это ее сумка. Моя сумочка любименька. Так, чья у нас корона? Моя. Правильно, это малышка ей подарила вот такую корону. И у нас вот такая прелестная королева цветов. А это чья шапочка? Где эта кукла? Она, может, там мне не лежит. А где-то здесь. А ну ищи. Ищи по кругу. Точно, это ее. Солнце не печет, можно так? Можно и так. Йо-йо. Так, что ты взяла? Покажи шапочку. Кому она принадлежит? А, она здесь по кругу. Нашей диджей, верно. А вот этот рюкзачок. Что у нас осталось? Этих мы уже отложили, этих мы уже угадали. Давай покажу. Вот так. Еще осталось два аксессуара угадать. Вот это чья? Рюкзачок вот такой красивый. Не факт, что он там лежит. Смотри по кругу. Не вот так. А, точно, это нашей куколки Ханива. Очень подходит к ее наряду. Ой, София нашла последний аксессуар. Сумочка, которая принадлежит нашей Алисе. Вот весь наш челлендж и закончился. Ты большая молодец, София. Ты умничка. Устала, да? Конечно, устала. О, это конечно, по-быстрому. Давай тут немножко разложимся. Софийка выбрала себе приз. Это питомцы. Она большая молодец. Девочки, пишите комментарии. Поддерживайте Софиечку лайками. Вот, все, она угадала. Столько куколок, конечно, есть и ошибочки, но, в принципе, она большая молодец, и я ей очень горжусь. Мы открываем сайт. Да, Софийка выбрала питомцев, и давай открываем, конечно же, наши куколки тут. Все будут смотреть и ждать, кто же им сегодня попадется. И мы давно не открывали уже питомцев, да? Надо уже вторую волну купить. Вторая волна уже вышла питомцев, уже открывали на сайте, а мы еще... Не успеваем, просто болели, поэтому у нас не получается. Кто же нам там попадется? Ой, я порвала. Ну ничего страшного. Тянешь, дай все. Так и будет. Кто же за питомец у нас? Ну показывай.
Что ты ищешь? Вторую подсказку? Да нет, пока одна. Вот такое у нас платье со стрелочкой. Розовый. Хомяков нету. У нас не хватает хомяков золотых. А так у нас уже золотые есть питомцы. Наши смайлики. Что наш питомец умеет? Вот бы нам попался где-то желтый. Да, у нас ни разу не попадался желтый шарик. Опа. Ой, желтый песочек. Зато желтый песочек. Видишь, желтый песочек. Сколько у нас? Посчитаем, сколько пакетиков у нас. Один. Это питомец. Два. Три. Четыре. Пять у нас с песочком. Так, Софиечка открывает сразу. Тебе интересно сразу питомца? Давай аксессуары посмотрим. Вот это. Вот такой наш ошейничек. Розовый шар, игровая комнатка, диванчик. Я знаю. А что тут с ручкой случилось? Что они с ручкой сделали? Покажи. Что это? Ну. Сейчас очень много бракованных шариков, оригиналов. Это не производители, это бандиты, наверное. Ну да, бандиты, скорее всего. Вот такая у нас красивая кружечка, не считая ручки. Это ее питомец. Мелкий? Да. Точно? Да. Я очень жду своего питомца. Ну вот уже бутылочка у тебя есть. София думает, что это он. Да, это ее питомец. Смотрите, нам кошечка попалась. Где у них эта ручка была? И нам попалась вот такая кошечка. Мелкий? Ура! Ой, какая красивая. Яркая. Интересно, она цвет меняет или нет? Так, что ты там открыла? Так, у нас есть вот такой совочек. И он похож на кошечку. Это как подсказка идет. Вот. Песочек Софийка уже открыла. И у нас вот такой зелененький песок. Еще что-то есть, да? Очки, смотри. И у нас очки похожие, как у нашей нянки. Только они идут с розовым корпусом. Ну, давайте еще посмотрим, что внутри песочка. Ура, я нашла питомца своего, я счастлива! Ботиночки, новые ботинки для нашей Неон-Кьюти. Мы обули нашу кошечку. Вот такие у нее башмачки красивые. Очечки. Ей нужно сходить пописать. Сходи пописать. А как зовут эту кошечку? Я уже пописала. Ну, молодец. А зовут нашу кошечку. Ее зовут Кьюти Неон. Отличная кошечка. Мы очень рады, что нам попалась такая кошечка. У нас ее нету. И сейчас посмотрим, что же наша кошечка умеет. Да, я не хочу ее купать. Она такая милая. Не хочешь купать? Устала уже, да? Да, у нас длинный челлендж был. Поэтому Софийка немножко устала. Ты умница сегодня большая. Вот твой заслуженный приз. Твоя кошечка. И моя кошечка. Конечно, и твоя. Бери Неон Кьюти. Ну что, ребята, кошечку мы покупаем в следующий раз? Да, она придумала видео. Поставьте мне лайк. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Да? У нас скоро будут конкурсы на куколок, на шарики Лол. Мы готовим вам приятные сюрпризы. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, пока-пока. И ждите наши новые видео. А еще нажимайте на колокольчик. Чтобы не пропустить ни одно из наших видео. Да, и всем пока-пока.